Всех приветствую, и сегодня у нас в студии на обзоре будет вот такой вот галетный переключатель, очень интересный. У него три площадки с контактами, и контактов очень много тут усеяно, так что в этом выпуске будем узнавать, какой тут драгоценный металл в нем содержится. Очень интересно, но я уже заметил, где в нем есть тут два очень хороших, драгоценных, дорогих драгметалла находится. Сейчас я вам покажу, но сначала покажу вам, как он выглядит. Думаю, и вы уже сами заметите и об этом напишите. Где вы заметили? Ну, вот его маркировка. Толком ее разобрать не могу. Кто разобрал ее, можете написать, что тут написано. Вот такой вот переключатель. Так что начнем его разбор и будем узнавать, что в нем содержится. Да, что хотел сказать, это у нас не последний. В этом выпуске будет еще очень интересная микросборка. Так что смотрим, кому интересно. Да, и хотел еще попросить вас поддержать этот выпуск лайком. Сделать для вас это несложно. Начинаем разбор, но покажу сначала, где у нас тут самые дорогие металлы находятся. Тут у нас, как видим, припаяны две КМ-очки, и это уже радует. Два рыжика, сейчас мы отсюда их... Так, трубчатое, тут уже серебро есть у нас, как видим, вот поближе покажу вам. Видим М47, там не видно, ромбик есть. Так, срезаем. Так, отлично. Две КМ-ки есть. Так, вот такие вот две КМ-очки. В них находится такой драгоценный металл, как платина и палладий. Уже плюс, очень отлично. Да, и на этом еще можно заработать, на этих КМ-ках, если их собирать, эти керамические конденсаторы. Так, начинаем разбирать. Так. Так, тут готово. Так, сейчас доберемся до контактов. То, что хотел сказать, сейчас тут у нас срезать надо. То, что тут у нас еще есть СП-шка, сейчас покажу. Но она обычная, ничего собой. Так, тут крючок, как мы видим, вот так он. Сейчас мы отсюда высунем. СП-шка, в ней ничего нет. Это СП-4, неприемная. Дешман, короче. Без каких-либо таких дорогих драгметаллов, чтобы его принимали. Так, тут еще конденсатор такой ленточный. С алюмишкой внутри. Так, добираемся до контактов. Вот такие вот тут проставочки. Сейчас снимем вот эту аккуратненько площадку. Берем помощней бокореза. Сейчас постараемся отсюда извлечь. Что-то получается, но у нас тут очень хорошо проводами. Так, аккуратно. Для кого смешно. Так. Так, тут у нас кольцо. Идет кольцо. Мы его снимаем. Сначала я его не заметил, но уже вижу. Тут очень много проводов. Ну, как видим, очень много контактов. Они маленькие, сейчас посмотрим, с чего они состоят, с какого драгметалла. Кто уже разбирал, можете уже поделиться информацией. Так, да, кому что попадается вообще, кто ищет, на сегодняшний день кому-то попадаются эти радиодетальки? Или вы только смотрите, может кто-то ищет, занимается этим. Ну как, мне попадается потихоньку, вот я снимаю для вас выпуски. Так, что-то попадало, я не заметил, так. Есть, два контакта упало. На первый вид серебришка. Так, снимаем одну. Нам всего лишь надо... Все, не будем разбирать весь этот. Только одну площадку снимем. Так, вот. Бегающие. Так, что мы видим? Я уже заметил то, что у этого переключателя это посеребренные части. Видим, латуневая основа покрыта серебром, аж стерлись. Так что тут только посеребрешка. Тут нема. А вот эти контакты давайте посмотрим,
чтобы не снимать, не греть контакт. Сейчас мы, ну как посмотреть, чисто сказать, серебро чистое. Ну сейчас посмотрим, может это то же самое, латунь. На латуни просто посеребрение, и нет смысла даже дергаться за него. Так, смотрим поближе. Как мы видим, это посеребрение. Это кольцо тоже. Даже нет смысла. Видим медные заклепочки, просто покрыты серебром. И все. Если были серебряные, вообще было бы хорошо. Так что переходим к следующему, к микросборке. Также еще покажу, что мне попалось из кусочков плат с радиодетальками. Вот такая вот микросборочка. Да, кому интересно, еще и вы, если впервые на канале, то подписываемся на мой канал, кому интересно. Будем разбирать дальнейшие выпуски вместе. Так, сейчас покажу маркировку. Видим радиотехника РР, видим 04ЕМ002. Вот тут у нас печати, с этой стороны ничего нету. Сейчас посмотрим, как она там внутри у нас, эта микросборка. Чтобы до нее добраться, аккуратненько вот так. Кто прошлый выпуск смотрел, позапрошлый выпуск, был долгий разбор. Но тут все у нас будет быстро. Так, она полностью залита. Да, я думал, только край тут залитый. Ну, сейчас мы доберемся. Она, думаю, очень интересная будет. О! Она и прозрачная, так что сейчас будет очень хорошо. Да, полностью залили, не пожалели, а обезопасили эту микросборку. Но я до нее добрался. Так, микросборка это у нас не последняя. В этой микросборке я уже вижу, есть КМ-конденсаторы бескорпусные, которые содержат в себе платину и палладий. Так, аккуратно. Походу это не платка, это керамика. На керамике она сидит, но залили жестко. Так, смотрим поближе. Сейчас получится, ну, аккуратненько. Да, оно такое вот. Сейчас надрежем, может оно и слезет. О, идет, отлично. Сходит. Главное, чтобы детали за собой не забрало. Смотрите. Ну, такое вот. Как пластмасса, ну чуть помягче. Вон, вижу бескорпусную КМ, могу показать поближе. Вот она, бескорпусная КМ-очка. Ну, тут у нас идут такие маленькие транзисторы, они у нас идут золотом. Сейчас доковыряюсь, чтоб... и перейдем далее к другому разбору. Не меньше интересному. Так, как мы видим, присутствие КМ бескорпусных, я даже покажу, где они находятся. Вот, одна сразу явно видно, я думаю, вам видно. Если видно, пишите, ставьте, короче, плюсик. Вот, пайка, и вот квадратик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потому что вот сбоку, если посмотреть, вот бескорпусная КМ-ка, она коричневая. Ну, семь штук тут у нас точно, я насчитал. Есть, вот это я... Не скажу, что это КМ. Скорее всего, тоже. Получается, у нас тут 8 бескорпусных КМ. Но сейчас покажу вам вот этот транзистор маленький. Вот, посмотрите, он маленький, но удаленький. У него золото очень хорошо. Даже если по выводам посмотреть, она полностью золотая была с ножками. Ну, заложенная, припаянная, как видим. Вот. Одна нога, вторая, третья. Вполне неплохо.
Такая вот микросборка, потом я разберу. Вторая сторона у нее пустая, как видим. Так, переходим дальше. У нас дальше вот такая вот будет платка. Да, кто-то сейчас скажет, лотчик ты ее помыл, что ты не помыл, что ты показываешь. Ну, не нравится, можете не смотреть. Она, конечно, грязная, я не стал тут заморачиваться мыть, но на ней очень приятные бонусы. Да я такие каждый день готов встречать, даже пачками. Хай они будут полностью в земле, но с такими бонусами, как на этой платке. Маленькая платка, вот такая, ну вы уже заметили, на ней есть у нас рыжики КМ. Маленькие, но тоже хорошо. Также транзисторы есть, он мятый, но это не страшно. Мы его выпаем и все хорошо будет. 1 км, 2 км, 3 км. Так, это у нас зеленый обычный. 3, и тут у нас зеленая КМ, смотрите, а какая маркировка. Сейчас протрем. Ну и посмотрим. А маркировка это радует. 5В. Отлично. Это у нас радитальки с платиной палладием. Так, снимаем сразу. Эти КМ-ки. Так что еще один транзистор у нас есть. Два транзистора. Ну, видим, микросхема белая была. И все. Ну, тут еще К53. Краска не видно на нем. Ну, вот такая вот платка. Очень хорошая. Считай, КМ-ки есть и отлично. Где-то была, походу, в земле. Пролежала в свое время. Так что получился на сегодня вот такой вот выпуск. Кому понравилось, можете поддерживать лайком. Кто еще не подписан, подписываемся. Сейчас слева-право появилось видео. Выбирайте, кому кого нравится. Слева предыдущее видео. Многие не видели. Очень интересное видео. Потому что там есть КМ-ки на каждой плате. Так что смотрите и всем пока, до следующего выпуска.